Имя Дианы Шурыгиной в последнее время постоянно звучит в российской интернет-среде. Девушка из Ульяновска стала суперпопулярной за считанные недели благодаря сразу трем скандальным выпускам шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». Мы решили узнать у самих горожан, а знают ли они о своей знаменитой землячке. Для наглядности сопоставили ее фамилию с несколькими известными личностями Ульяновска. Художника-портретиста Никаса Сафронова, экс-губернатора, а ныне председателя Госдумы по обороне Владимира Шаманова и героя России Дмитрия Разумовского. Кого вы лучше всего знаете? Владимира Шаманова, Дмитрия Разумовского, Никаса Сафронова, Диану Шурыгину? Даже не знаю, что вам сказать. Все известные личности уже в нашем городе. А сейчас? Одинаково. Ну, Шаманов он как ой, извините, был здесь вот так, что по губернаторству. И все, больше. А этих нет никого. Диана Шурыгина. Почему? Пусть говорят, да, он смотрел. Ну, я знаю, что Ника связан как-то с... Он художник, Шаманов – это бывший губернатор, а Шурыгин – это звезда интернета, скажем так. Ну, я десантник, поэтому знаю, конечно, Шаманова. Всех знаю. Почему? А потому что интересуюсь этим. Только Шаманова больше всего, да, Сафронова. А так. Почему? А Шаманов был наш губернатор, почему? Спасибо. Поэтому Никс Сафронов, это тоже художник известный, он тоже в Ульяновске здесь бывает. Вот. Диана Шурыгина. Почему? Не знаю, она везде сейчас популярна. Сафронова, конечно, знаем очень хорошо, а Шаманова, поскольку бывший военный. Мы знали его, когда он у нас был губернатором. Губернатором. Знали мы его. Остальных вот. Не знаете? Нет, еще кого? Диана Шурыгина и Дмитрий Разумовский. Нет, ну это Разумовский, это же герой, тоже в первую школу заканчивал России. Конечно, знаем такого. А вот Диану вряд ли. Вообще никого не знаю. Диану Шурыгину знаю. Почему? По телевизору видели. Интернет весь шумит. Мнения разделились. Как оказалось, скандально известную Диану знают преимущественно молодежь. Но далеко не все из них в курсе причин такой дикой популярности девушки. На донышке, я же сказала, на донышке.